нам записываются те студенты, которые хотят связать свою жизнь с производством, вот в частности с птицеводством. Птицеводство – это одна из самых быстро развивающихся отраслей животноводства. Это самая рентабельная отрасль. И те ребята, которые хотят заниматься птицеводством, они обращаются к нам. Мы отбираем их, записываем вот в эту группу для дуального обучения. Для каждого студента делаем график обучения, программу его стажировки. И расписываем все. Месяц они учатся в аудитории, месяц они стажируются на производстве. Значит, но на производство мы им с собой даем задание, какие вопросы рассмотреть. То есть теорию они изучают самостоятельно. Они берут с собой учебники, книги, тут занимаются, пишут отчеты и так далее. То есть они, мы не хотим, чтобы они отставали от тех студентов, которые сидят только за партой. Продолжение будет обязательно, потому что многие ребята, которые первый год участвовали, они будут участвовать и дальше. Причем уже поступила такая реклама и от студентов, и от преподавателей. Поэтому, я думаю, у нас уже будет конкурс для участия в такой программе.